Госдума сегодня приняла закон о роскошных автомобилях, и теперь для их владельцев транспортный налог вырастет в несколько раз. Изначально правительство предлагало считать роскошными машины дороже 5 миллионов рублей. Но тут в дело вмешался Общероссийский народный фронт. Его активисты заявили, что средняя зарплата в России немногим больше 27 тысяч рублей, а значит, порог роскоши это не 5, а 3 миллиона. В Госдуме согласились. Поэтому со следующего года для машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей транспортный налог вырастет в 1,5 раза, от 5 до 10 миллионов. В 2 раза. Больше 10 миллионов рублей – в 3 раза. Стоимость будет рассчитывать Минпромторг и публиковать списки подпадающих под закон автомобилей до 1 марта каждого года.